Итак, чаши от 12,5 до 14,5 сантиметров. Ну, попадаются почему-то, вот маленькие еще. Почему-то в прошлый комплект они вошли. Итак, вот снова номерки. Все-таки были размышления о том, ну, купать ли все-таки маленькие чаши. Вот это, кстати, не блестит, она какая-то такая старенькая уже чаша. Вот мы такие продавали раньше. Людям все нравилось, было хорошо. А теперь они должны быть глянцевые. Если отпечаток пальца есть, то могут не принять, оказывается. Первый раз такое, конечно, с чашами произошло. Ну, люди по-своему решают вопрос. Как ответить? Я думаю, что причина была какая-нибудь другая. Не отпечатка пальца. Вот. Мне очень нравится их звук, действительно. Ну, не всем же по карману покупать непальские черные чаши. Не всем нужен такой перфекционизм. То, что вот Full Moon нас выручает. Среди чаш пять металлов трудно найти было стабильное качество. Очень долго искать здесь. Мы просто знаем, что такой-то цех делает такое-то качество. Знаем, что оно нормальное. Ну, тем более, что знать, можно просто взять и поиграть.
хочу, можно сказать. Вот эта чаша мне. Вот эта чаша мне очень понравилась. Ну и еще тоже некоторые. Очень-очень певучие. Я люблю за это размерами на 15-14 сантиметров, что они как бы могут какие-то очень интересные вещи по звуку выдавать. Очень долго играть, например. Например, перекрывать по частотам там чашу уже там 17 и вплоть до 19, естественно, с 10 сантиметров, то, что она такая универсальная. Наверное, поэтому в наборах по чакрам они в основном начальная чаша не 10, не 11 сантиметров, а все-таки 15. Вот, ну продолжим. Остались еще самые большие из вот этих вот как бы наборов, как раз именно 15 сантиметров, 15,5 сантиметров.